сейчас сфоткаться. Так может это, на дерево залезет? Точно! Лучше лезть, там зум хороший, хочу попробовать. Чё, сфоткал? На, держи. Ну и кто теперь крутой фотограф? Он. Тихо, а то я обижусь на тебя. Я Маша, и у меня 8 детей. Восемь детей. Все, тихо. Меня зовут Мария Гамаюн, мне 26 лет. Я закончила в ГИК мастерской Александра Яковлевича Михайлова. Ну я... Здравствуйте, меня зовут... Мне 26, не тряси, пожалуйста. Тебе 26, не тряси, пожалуйста. Костя! Изыди, ты лежишь, ты трясешь, ты понимаешь? Трясешь мне. Все, тогда молчи, спи молча. Ты все еще трясешь. Все, не тряси, ну пожалуйста, хотя бы не тряси. Бери оттуда голову. На 2 минуты. На 1. Я сейчас убью одного. Здравствуйте, меня зовут... Ну, Кость! Будь другом мне. На микрофон. Мне не нужен микрофон, тем более такой. Снималась немножко в сериалах, немножко в главной роли в одном фильме. Снимаю видео в Инстаграме. Еще я пою. Здравствуйте. Я жена, я хозяйка вашего мужа. Кто? Да как вы смеете? Поймите, он вас не любит. В общем, торг здесь неуместен, я даю вам 100 000, и он мой. Да у нас же дети. Дети у всех. Да его так любит наша собака. Собаку жалко. 300. А еще с акцией. Придурки. 500. У нас же еще и пакет. Пиздец. Лям. Забирайте. Здесь больше. А зачем он вам? Я коплю мудаков. Вася! Шлёндра твоя ушла! Я в магаз. Буду поздно, вся в Гуччи и бухая. Привет всем ёгнутым. Ёгнутым, в смысле йога. Короткий лайфхак, как словить дзен в домашних условиях. Нужно занять комфортную позицию. Далее вы делаете глубокий вдох и глубокий выдох. Представляем себе, что мы находимся в каком-нибудь волшебном месте, например... Сука, можно детям не орать, когда я дзен ловлю? В каком-нибудь красивом, приятном месте, например, в лесу. Главное сосредоточиться на своих позитивных... Делаем еще один вдох. И легко перемещаемся в другое пространство. Сука, а как обратно? Как обратно-то? Кто-нибудь остановится сегодня? Пока Маша в командировке, я решил отдохнуть. Жизнь такая штука, надо ловить мгновение. Маша идет, надо срочно убираться. Сюрприз, я вернулась пораньше. Какая чистота, очки, я сразу становлюсь умнее. Если вы так не считаете, то считайте. Кстати говоря, мнение других людей. Вы вся такая герцогиня. Быть идеальными уже давным-давно не модно. Ведите себя естественно. Алло.
Что делаю? Сижу дома, жру дошик, одетая как чмо. Кто-то другой мешает вам просто веселиться. Я уже совсем большая и умею хорошо. Маша, ты что, дебилка совсем? Почему? Ну, а если кто-то говорит вам в лицо что-то, что вам не нравится, или, например, то, что жирное, да шлите их просто нах! Скажите, что так не надо. Короче, живите по принципу «я тираннозаврик», и все у вас будет зашибись. Привет! Если у вас большие проблемы с самооценкой, я точно знаю, как вам помочь. Красота, она внутри. Но для того, чтобы вас влюблялись не только патологоанатомы, нужно ее достать и показать наружу. Тело в хорошей форме очень положительно влияет на самооценку. Рекомендую утренние пробежки. Здрасте. Клинская, пожалуйста. Паспорт. Сейчас. А что, алкоголь еще и настроение поднимает? Ну, конечно же, дорогая одежда и косметика, все это очень важно. Не бойтесь потратить на себя немножечко денег, нарастите себе ресницы, накрасьте брови, вставьте сиськи в конце концов. В общем, будьте сами собой. Удачи. Лоха побогаче. Привет. Алло, да. Короче, хочешь прикол? Помнишь, в зал тип такой ходит нелепый? Какой? Ну такой, блин, контуженный, вообще наглухо. Такой блондинчик, что ли? Да какой блондинчик? В шапке такой дебильный ходит. Подожди, я поняла, это который тренер там, да? Нет, у него еще на щеке родинка в виде Микки Мауса. Что-то не помню. Да который тебе все подмигивал, на самом деле оказалось, что у него нервный тик. И ты на всякий случай все равно ему в ответ подмигивала. А, это который педик. Чего? Да нет, да вспоминай. Помнишь, ты хотела подойти сзади, его незаметно понюхать, а он тебе нос сломал? Не помню. Ну как ты не помнишь? Да ничего, девки вон в зале говорили, что он себе такую же тёлку нелепую нашел, как он сам. Про кого он вообще? Может, она по этому, по Грифу? Он дурак вообще. Так ты же Гриша. Я Гриша? В Инстаграме стало очень модно раздавать всякие разные советы. А я что, я вообще-то тоже не самая... Ну, давайте тоже советы, короче, типа... Ай! Столкнулись с такой проблемой. Муж уделяет слишком мало внимания. Первое, что вы можете сделать, создать правильную атмосферу в доме. Правильная атмосфера — это что? Это чистота. Еще успеем отдохнуть. Следующее. Всем известно, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Ну, там... Третье, что вы должны сделать. Раздеваемся и надеваем свое самое красивое белье. Но, если вдруг даже это не помогает, включаем наше женское секретное оружие. В том случае, если даже это не помогло, милый, смотри, что у меня есть! Этот город погряз в грехах. Преступность, насилие, продажные копы. Зло вырвалось наружу, и никто не может его остановить. Мне осталось лишь одно, никуда сегодня не ходить. Мягонько. Человек-кровать. Новое постельное белье. Да, привет. Привет. А я в Нью-Йорке на собеседование приехал. А, да? Угу. А мы вот тут на яхте отдыхаем с девчонками, тут вообще все так богато, классно. Слушай, мне сейчас не очень удобно говорить, я бумаги важны еще. Давай перезвоним. Да. Ладно, извини. Ага, спасибо. Извини, что отвлекла. Пока. Слушай, а вы точно расстались? Он мой. Бумажка-то. Вот она, бумажечка-то моя, любимая. Сейчас будем собеседование проведу. Гриша, ты что там тёлок опять смотришь голых? Ириша, это я просто будяртом увлёкся. Может, тоже хочешь попробовать? Хочу. Снимай футболку тогда, Риша, будем тебя красить. Готова? Гриша, я
что за херня? Я просто твои татуировки раскрасил. Слышишь ты, чепуха? Я тебе что, разукрашка, что ли, а? Иша, нож убери.